Новости спорта. Хоккейный клуб «Лида» преследует неудачи. В четверг в Гродно он потерпел очередное поражение от местного «Немана» в регулярном чемпионате Беларуси в экстралиге. На этот раз рыцари уступили со счетом 2-1. Единственную шайбу в составе «Лиды» записал в свой актив Егор Феофанов. После 13 проведенных матчей наша команда с 7 очками занимает предпоследнее 11 место в турнирной таблице. До конца месяца «Лида» сыграет 6 домашних встреч. По 2 против «Металлурга», «Витебска» и «Гомеля». Ближайшая против «Дружины» Жлобина пройдет в Ледовом дворце во вторник, 11 октября.